Всем привет! Вы на канале магазина Android 55 mi55.ru. Я хочу вам еще показать одно небольшое видео, посвященное Mi Note 10 Lite, а точнее не совсем самому смартфону, а скорее его бамперу. У бампера есть особенность, связанная, видимо, с изогнутым стеклом. И здесь вот есть такое интересное решение, на которое вам следует обратить внимание. Допустим, по сравнению с моим Mi 8 Lite, здесь все очень интересно. То есть, вот вы видите, да, стекло изогнутое. А здесь вот так вот на бампере есть прилив, который создан для того, чтобы данное стекло спасти от удара. Защищено. При этом как бы стекло видно, что оно изогнуто. Это будет вам приятно, безусловно. Это будет красиво. Но уголки вот таким вот образом защищены. Очень хорошо, на мой взгляд, это сделано. И очень неплохо. И как я уже сказал, здесь есть камеры в этом смартфоне довольно неплохие. Можно сказать, одни из лучших. И вот они здесь так вот тоже спрятаны. У большинства смартфонов последних делали такой вырез, и камеры как бы прятались, но все равно торчали. А здесь они даже оказались внутри, заглублены. То есть камерам здесь вообще никак ничего не грозит. Они спрятаны очень хорошо. Вот такая вот особенность бампера. Ну, про бампер, наверное, все. Смотрите, будет еще много других видео интересных, в которых вы сможете познакомиться с этой моделью поближе. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня. До свидания.